Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Xiaomi Mi 11 Lite 5G NG. Сейчас я вам покажу, как на этом устройстве включить настройки разработчика. Для этого нам нужно открыть приложение настройки, спуститься вниз и открыть расширенные настройки. И видим, что здесь нет никаких настроек разработчика. Как же активировать эти настройки? Для этого возвращаемся назад, возвращаемся в самый верх и нажимаем на вкладку «О телефоне». 7 раз нажимаем на кнопочку «Версия MIUI». Я уже больше нажал, но неважно, по сути. Ну, возможно, тут уже выскочило сообщение, я просто его не заметил. Короче, после того, как 7 раз нажимаете на эту кнопку, можете возвращаться в расширенные настройки. И здесь под режимом предприятия появился режим для разработчика. Все настройки программиста для вас доступны. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. До свидания.